Продолжаем программу. В 2023 году группа Магнитогорского металлургического комбината поставила на рынок России более 1 миллиона 700 тысяч тонн проката с покрытием. Рекордный годовой объем в истории предприятия. Из них 1 200 000 тонн пришлось на горячий оцинкованный прокат и 0,5 миллиона тонн на окрашенный. Внутренний рынок составил 91% от общего портфеля заказов компании. 2023 год стал для российских металлургов достаточно успешным. Несмотря на сокращение экспорта, объемы производства проката с покрытиями в стране выросли благодаря существенному подъему внутреннего потребления на 19% к предыдущему году. Особый фокус ММК делает на прокате с покрытиями премиум-сегмента, доля которого в общей отгрузке оцинкованного и окрашенного металла составила в прошлом году рекордные 16%. В качестве перспективной премиальной продукции можно выделить прокат с декоративным и сморщенным полимерным покрытием. Также ММК является крупным производителем специализированного проката, автолиста и оцинкованного проката из конструкционных марок стали строительного назначения. Также в числе перспективных направлений – производство проката с высоким классом покрытия цинка, который используется для производства объектов, требующих высокой защиты от коррозии. Развивается линейка брендированного проката с декоративным покрытием «Стилард», выпускаемого на площадке ООО «ММК Лысвинский металлургический завод». Группа ММК является крупнейшим в России поставщиком такой продукции. Также в настоящее время прорабатывается возможность производства проката с полимерным покрытием для производителей холодильного оборудования. Этот прокат не имеет отечественных аналогов и сейчас импортируется из стран дальнего зарубежья.